Проезжайте прямо и налево, сейчас старт начнется, там поснимаете. Проезжайте прямо и налево. Ну поехали, че? Вот такой вот сегодня денек. Да я сегодня с пенсионерами катаюсь. Такой вот пиздец происходит. Смотрите, сколько ВТБшных великов. Наверное, неплохо так за сегодня поднимут аренда. По моему сетапу все как обычно, ничего нового не устраивает. Главное не въебаться никого. Я в камеру втыкаю, короче, вперед не смотрю нихуя. Фиксеры ходят пешочком. Встречаем третье бронзовое место. Иван Машков! Аплодисменты! Не слышно вас! Бля, вот там застопорились что-то. Да. У тебя электроскейт, да? Да. Нормально. Можно между великами протискиваться, да? Ну я так подумал, тут на самокате на велике как-то ориентируешься. А на скейте, да? Да. Ну там посвободнее мы когда ехали. Тут что-то все встали. Сколько он разгоняется максимум? 40. 40? Нихуя себе. Ну там шлем необходим. В тоннеле сейчас все тормозить будут, а я бы втопил бы, конечно. Тут вообще без вариантов. Если бы это устроить в обычный день, приколитесь, когда машина. Вот это охуеть, мамаша, конечно. И там, смотри, девочка, где руль. Она снимает одной рукой руль, девочка рулит.